Че ты в руль-то вцепился? Ты мне баранку оторвешь. Ты че, ям не видел, что ли? Лука, у вас там в Италии ям нету? Это я тебя по центральной веду. Ты все с огородами поехал, ты вообще бы умер, ей-богу. Па, кому он вообще приехал? К мамке твоей. Зачем? Не знаю, он все время лепечет себе. Аня, Аня! Может, он жениться собрался на ней. Мамма мия. Это те не ламборджини, это же ведро с болтами, это нежные инструменты. Она требует обхождения, к ней подход нужен. Доча, а что ты замолчал-то? Ты там не родила часом? Па, у меня, по-моему, прошло все. Как прошло? Видать, схватки ложные были. Бывает такое. И что теперь делать? Поехали домой, я спать хочу. Нормально? Я аж протрезвел. Слышь, Лука, роды временно отменяются. Давай, сворачивай! Юрий, идиот. Юрий, идиот. Ты кого заставь отчаянно? Ты что делаешь? Чист фашист. Разобьемся. Я ни черта не понимаю, что он говорит. Слышь, ты бы у нас таксистом не смог бы работать. Ты очень правильный. Давай, говорю, сворачивай. Кретин, он босс. Сюда нельзя. Полиция. Это у тебя там полиция. А у нас милиция, она спит давно. А та, которая не спит, мы с ней договоримся. А он тебя кретином назвал. Чего? Дрогнули. Молодец, уважаю. Давай ты, вон давай килечкой-то закусывай. Да-да, вот этой килечкой. Я тебе, Лука, здесь на кухне постелю на раскладушке. Ну, а завтра мы уже Ане позвоним, скажем, что жених к ней приехал. Сей-сей. Аня. Аня. Ружанск. Ты знаешь, я совсем не устала. Хотя мы гуляем всю ночь. А как ты себя чувствуешь? Ну, ты уже 50 раз спрашивал. Хорошо я себя чувствую. Не смейся, пожалуйста. Господи, как же это делается-то? Выходи за меня замуж. Я серьезно. Это кто рвет тут мои цветы? Ой, Борис Борис, здрасте. Анна Семеновна, здрасте. Ага. Я согласна.
если я все правильно поняла, то совет вам и любовь. Спасибо. Теперь 3 дня умываться не буду. Первый раз в жизни с Миляней целуюсь. Дарья! Дарья, иди, что скажу! Дарья, у меня здесь такие новости! Газет не надо читать! Все началось. Вот. Мальчика, я тебя очень прошу, скажи маме и главной Ваське, что я вместе с вами домработница работала, как ты, как Аня. Только, мне... только не волнуйся, ладно? Не волнуйся. Я никогда не думала, что мой сын мне это слово прямо в лицо выплюнет. Ну что, прямо так и сказал, проститутка? Угу. Ой, елки-моталки, я Баньку попросила, но у нее своих проблем поболее может. Нет, Анины проблемы ни к чему вообще не интересуют. Как живут, как знают. Дин, скажи, ты не думаешь, что это я эту сплетню пустила? Ну ты же не думаешь так. Ну я, ну послушай, я не могла тебе такую свинью подложить. Дина, ну я раньше могла, сейчас я уже, ну после того, что мы пережили с тобой в Италии, ну ты мне веришь? Да верю, Аля. Ты Матросику знаешь? Нет, кто это? Ну вот это она эту идиотскую газету привезла. Вот эту с фотографиями? Так Васька сказал. Слушай, сука какая. Я не знаю, вот узнаю, кто это я, и просто морду набью, хорошо? Еще неизвестно, чем она там промышляет. Мы узнаем. Ой-ой-ой-ой. Угощайтесь, Алечка. Только что заварила. Грати, сеньора. А вы знаете, что в Италии итальянцы, они чай по утрам не пьют. Они все только кофейком балуются, да? Скажи, Динка. Спасибо, мам. Ой, мам, слушайте, я вам сейчас один случай расскажу. Прихожу я, значит, как-то однажды к Динке в гости. Ну, в эту виллу шикарную, где она там работала домработницей. А там такая чистота. Все прям в стенку аккуратненько. Ну, прямо птички летают. А у нее это хозяйка эпидемстанция. Я верю вам, только бы Вася поверил. Вот. А, кстати, бублики мы вообще не ели там, потому что там работница не... Дин, ну я вроде аккуратненько. Но я так издалека, нормально? Алька, если эта дурацкая газета в дом попадет... Слушай, ну... Слушай, я ее так переведу. Будешь у меня королевой будешь английской. Вот чистая будешь и честная, как слеза. А фотографии? Ну что ты кипишуешь? Ну, смотри, за дело берется профессионал. Да. Будет у нас эта матросиха, будет она у тебя в ногах вот тут валяться. Поняла? И у меня тоже. За компанию. Алька. Ну вот, Борь. Как ты и хотела, мы переезжаем в Нижний, в наш дом с Ваней. А по поводу развода позвони мне, я подъеду в суд, ЗАГС или куда там нужно. Ну, вроде бы ничего не забыли, все взяли. Ирочка, я хотела извиниться.
за Николашу. Он не должен был с вами так говорить, я знаю, и тем более таким тоном. Но вы понимаете, в каком он был состоянии? Я все понимаю. Ну вот в такси. Собирайся, Ваня, пожалуйста. Я сам мог бы вас подвезти. Спасибо, но дальше я сама. Ты знаешь, я позвонил Брагину, он вас встретит. Вот, и дал заявку в агентство для того, чтобы нашли няню для Ваньки. Вот. Домохозяйку. Спасибо. А это кто у нас там? Это Николаши. Николаша Лёжик, Николаша Котёнок. Ага. Ты с собой их берёшь? Да. Понятно. Ну? Что, Ванюшка, слушайся маму, да? Будь мужиком. Да? Я скоро приеду. Пойдём с тобой в зоопарк. А потом ты поедешь на море. Ура! Ура! Счастливо оставаться. Давай, бери своих друзей. Так, 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 осторожно, 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 осторожно. Это мама. Мама. Угу. Маленькая. Угу. Это папа. Юра. Аня. Аня, да. Диана. Диана. Я ее ищу. Где она живет? Смотри-ка, Динка ему понравилась. Мы знаем, что красивая, да. А это, смотрите, это я, а это брат наш Николаша, а это Викуся. Вот. Это что, правда мамин ухажер из Италии? Да не знаю, вроде да. Папа так сказал. Угу. Я больше не могу смотреть эти старые фотографии. Отведите меня к Диане. Пожалуйста. Да что он хочет? Откуда я знаю? Давай, может, отца позовем? Они как-то нашли вроде общий язык. Юрия позвать? Нет, Юрий. Аня. Яишенка готова. Кильчику я открыл, как он любит. Извольте откушать. Волокитё к столу. Есть. Нет. Спасибо. А, мам, есть. Ням-ням-ням-ням. Какой-то неприятный осадок остался. Наверное, мы никогда не найдем с ней общий язык. Знаешь, как я себя ругаю за то, что я с ней разговаривала тогда? И вмешалась в их с Николашей жизнь. Зачем? Может быть, сейчас все по-другому было. Ань, перестань пилить себя. Они уже взрослые люди, если захотят быть вместе, значит, будут вместе. Как мы? Как мы. Так, а можно удалить телефон этого бывшего? Нельзя. У нас с ним трое общих детей. Тогда не отвечай ему. Алло, Юр, что-то случилось с Николашей? Нет, тут к тебе гость приехал, жених из Италии. Юр, ну что ты несешь? Какой жених? Итальянец. Она не помнит, как тебя зовут. Лука приехал, заладил, хочу Аню. Что мне с ним делать? Чего ты молчишь? Юр, не кричи. Я думаю. Вы ждите меня дома, я скоро приеду. Так, какой-то итальянец хочет мою Аню. Мне это нравится. Успокойся. Ты, наверное, к Динке приехал. Ее аморе апассионат. Да не верю я тебе. Это что? Медальоны. Вкусная. Вчера ведь так и не попробовала. А про Нюрку вся деревня уже знает.
А ты не верь. Дальше. Борисыч, у меня все цветы оборвал подчистую. На колени встал посреди деревни. Ой, у нас отродясь дружковки такого не было. А Нюрка прям девочка. Смущается, глазки строит и говорит. Согласная я. Ты чё? А чё? Чуть-чуть не минуты покоя. Дио, чем занимаемся? Да вот, гостинцы внучку готовлю. А ты где всю ночь прохлаждалась? Прохор Петрович, помнится мне. Вы мечтали, чтобы мы с Анютой поженились. Бойкот организовали. Что, было такое? А то. Ну, сам виноват. Ну так радуйтесь, по-вашему вышло. Мы женимся. А я что тебе говорила, крыш старый, а ты не верил. Дио, ты рад? Давай, радуйся давай. Радуйся. А чё? А чё? Я как их увидел, сразу понял. Они пара. Я так и сказал. Ну, так и сказал. А потом взял и подарил Юре свитер, который я тебе вязала. Мать твоя девушка вспомнила. Ну, каждый имеет право на ошибку. Дорогие мои, ну дайте я обниму и что ли. Ой, Глашка. Да тут я. Глашка, ну, свершилось счастье. Надо ехать обратно, Гальку искать. Должны без нее вот эти деньги. Угу. Она только сидит и ждет. Когда же мы приедем? Там уже, наверное, и след ее простыл. Я бы на ее месте еще вчера сбежала. Я не понимаю. Это что выходит? Мы что, с тобой банкроты? Похоже. Анули. Синяк меньше стал? Ой, приложилась Людка. Да это Степушка. Нечаянно локтем задел. Нечаянно. Шалаву свою защищал. Вот ты нарочно, да? Вот только чтобы мне побольнее сделать, да? Не трогай! Не трогай, говорю! Да ну тебя! Не трогай, порвешь! А вдруг мне другой подарок надо будет упаковывать? Оставь! Ой, так и не пригодился этот подарок. Как мы дальше жить будем, сестра? Работы нет. Спасибо гаду хромому. Денег нет. Спасибо Гальке. Никакой личной жизни. Спасибо, Гаврюше. И Людке, заразе. И Валерик мой бедный. Такой неприкаянный, непристроенный. Ошиблись мы с тобой, сестра, где-то. Ошиблись. Так-с. Ага. Юльян здесь. Если чё поставил. Ага. Яблочки. Квасок. Дио, Николаша столько не съест. Много ты понимаешь. Внучок должен обратно в силу войти. А для этого домашний харч – наипервейшее дело. Яички забыл. Где же их оставил? В сарае оставил. Вот, дурья башка. Ну, побежал. Дио! Все, пока. О, Галя, походите. Что? Да-да, заходите. Пришла я попрощаться с вами, Анна Семеновна. Выезжаем мы с Машкой. Ее же, наверное, не вернемся. Ну, счастливо. Маше привет передавайте. Хорошая у вас девочка. Я желаю ей поступить в институт. Галя, что случилось? Простите меня, Анна Семеновна. Галя. Виновата я перед вами очень. Да в чем виновата? Ну, садитесь. Это евро ваше? Это ж я украла их у Иветы Петровны. Я ж
Она же унижала меня всячески. Она же меня зарплаты лишала. Она же говорила, что я даже посудомойкой, поломойкой даже не устроюсь на вокзале. Понимаете? Я... Зло меня взяло, и я решила ее отомстить. Вот как. Галь, да вы не плачьте. Ну... Я же не знала, что это ваше. Я же, если бы знала, я бы в жизни бы не взяла. Понимаете, я ж, мне же как сказали, я же всю ночь не спала. Уберите их вообще, чтобы я их не видела даже. Там не все, конечно. Я ж потратилась. Надо же было и Машке купить платье, и обуви, и халат маме красивый, крыша там, ну, в общем... А в институт взятку? Берут же ж сколько, а? Ну, нет, я отработаю. Я буду работать, буду присылать вам. Ну, хорошо. Да. Глашка болтает, что вы замуж удачно выходите. Так я ж что думаю? Так, может, они вам и не нужны уже, а? Ладно, болтаю, всякое говорю. Поздравляю вас. Спасибо. Да. Ну, пойду я. Собираться еще ведь надо мне. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Здоров, бать. Здоров, коли не шутишь. Давно не виделись. Угу. Ну как ты тут вообще, бать? А. Живем помаленьку. Не жалуемся. Садись, бать. Че это у вас? С матерью все, кранты? Вроде того. Так ей сказал. Да. Меня Кусь тоже послала. Говорит, не нужен ты нам с Машкой. Ну, сам виноват, сынок. Я тебе говорил, предупреждал тебя. И сейчас скажу. Уже после 20 с лишним нужно своей головой думать. Знаешь, бать, ты сейчас... Сейчас вот это вот очень жестко сказал. Но справедливо. Мы типа с матерью по жизни не ошибались, да? Ну что ж, ошибались. Расплачиваемся теперь. Я за свое, она за свое. Хорошо тут у тебя, батя. Да. Птички поют. Я вот недавно в кино видел. Там сказали, что после 50 все только начинается. А 20, ну что, заканчивается? Да. Ты дай Викусе остыть. Все будет у вас хорошо. Все будет хорошо. Па, а тебе что, на работу не надо? Не надо. Я отпуск взял. Свадьба отменил, что мне теперь от отпуска отказываться? У кого 13? Какая нудная игра. Я пошла. Сиди. Мы культурно развлекаем иностранного гостя. Лука, вот что ты тормозишь? Вот смотри, вот. Видишь? Вот. У тебя 13. Вот так вот закрываешь. Не спи, замерзнешь. А еще из высокоразвитой капстраны.
как интеллектуальная игра. Анна когда приедет? Юрий, звони ей. Не расстраивайся, приедет. Наверное. 28. Все, я к Перцову. Ты, кстати, передай Геннашке, чтобы он ко мне зашел. Зачем это? Ну как зачем? Ты дома не ночуешь? Пора уже, наверное, о свадьбе поговорить. Папа, а тебе двух несостоявшихся свадеб мало, да? О, мама! Бонджорно! Анна, я так рад. Слава Богу, ты пришла. Я думал, это никогда не случится. Я очень рада видеть тебя. Вот ты посмотри, никто никого не стесняется. Тискается прямо на глазах у детей. Папа. Я приехал к Диане, но адреса ее не знаю. У меня остался только ваш, еще с тех времен, как я вам приглашение высылал. Да, я поняла. Тебя покормили? Более чем. Я открыл для себя новый кулинарный вкус. Как же? Килька. А, килька! Килька? Килька. Va bene. Ой, не могу больше. Да я уже этого чая, наверное, 2 литра выйду. Вазенька, сынок, познакомься. Это Альбина, мы с ней работали вместе в Италии. Привет. Чё, тоже проститутка? Вась! Так, алло. А ну полегче. А ну сядь. Ты сиди и слушай. Ты сейчас думаешь, ты кого обидел? Ты думаешь, ты маму свою обидел? Ты лучшую работницу Италии обидел! Да, если бы там конкурс проводили, так мать твоя, она бы победительницей была. Ты понимаешь? Ты думаешь, что это 14 часов в день работать? 14 часов в день! Это вот это вот все, пока помоешь, пока погладишь, перестираешь, пропылесосишься и присесть вот так ни на секундочку нельзя. Ноги просто опухают, вены там вздуваются на ногах, и спина ломит спину. Выть просто хочется. Мы там себе ни кусочка такого не позволяли. Во всем себе отказывали. Унижались там постоянно. Чтобы у тебя вот эта вот одежка была. Чтобы ты музыку слушал раз. Вот эти компьютеры всякая, техника у тебя была. Я, мать твоя, Динка, и это Аня. Да все остальные. Ты думаешь, зачем туда едут? Чтобы таких, как ты, выучить и выкормить. И вот после этого всего ты, вместо того, чтобы благодарить мать, так ты ее проституткой! Аля! Ну, простите, ну, я не знаю, если бы моя Соня такое выдала, я бы... Ну, Миха сказал, это стопудово, он в газете видел. Так, короче, а мы сейчас пойдем и разберемся с этой матрицей. Да смысл? Пойдем и разберемся, пойдем! Кто это? Я сейчас... Всем привет. Диночка, ты только не волнуйся. Что опять случилось? Мама моя дорогая, подумай, кто бы мог. Бонжорно. Здравствуйте. Ой, я пойду. Диана, скажи хоть слово. Чего ты молчишь? Лука. Я люблю тебя. Я не могу. Мам. Здравствуйте. Это он. Это мой Лука. Здравствуйте. Бонжорно.
Цио. Как она здесь оказалась? Я ее не возвращал. И не я. Значит, Лука. Еще перед отъездом. Зачем тогда он уехал? К ней. К своей Диане. Не надо, девочка. Не надо. Дядя. А вы рассказывали о новых условиях завещания? Значит, он на них наплевал. Идиот. Вот дурак. Поставь камею в шкаф и запри. Как думаете, он вернется? Не могу я больше. Ешь, кому сказано. А после кисляка выпьешь кисляк для желудка самое то. Дядя, у него же не живот болит. Цыц, шмакодявка, а то и тебе кисляка достанется. Не надо, что мне и так живот тянет. Что, рожаешь, что ли? Да она у меня каждый вечер рожает. Это она такую отговорку придумала, чтобы к ней с глупостями не лезли. Сынок, ты как себя чувствуешь? Шары еще не полопались, и столы во дворе тебя дожидаются. Невеста твоя где? Петюшка, ну что за переглядки? Ну, говорите уже, я уже ничему не удивляюсь. Ну, слиняла невеста. Мы тебе, Николаша, говорили, что она та еще. Корова убогая. Ой. Что? Нормально? Сынок, доктор сказал, что есть положительная динамика. Так мне все стало ясно. Борис, переведи. Это значит, что дело идет на поправку. Тихо, спокойнее, родственники. Ну, раз уж тут собралась вся наша семья, я хочу... Нет, то есть мы с Борисом хотим сказать, что... Что вы женитесь? Новость, во! Да ладно! Ну, это еще... Не все хорошие новости на сегодня. Аня ждет ребенка. Опа. Ничего что? Себе. Ядрен вож. Ну, так получилось. Так, мама, нянчить я точно не буду. Хватит с меня вон Викуси, Николаша, Соня. Я тебя поздравляю. Слушай, ну, я-то ни сном, ни духом. Борисыч, молодца! Ты понял? Твоя дивизия, чего вы радуетесь? А как же Ирина? Она беременна. Аня, это не то, что ты думаешь. Я сейчас все объясню. Ну, попробуй. Папа, я закончил. Поставил точку. Я блинчики почти поджарил. Должны же мы отпраздновать мою готовую диссертацию. Мелочь осталась. Защититься. Какой ты у меня замечательный. Так рад, что ты у меня есть. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуй. Мама.
Фу-ю. Что? Я, между прочим, тоже так думаю. Вот это и есть твой спортивный лагерь, да, Лешенька? А ты не оправдывайся, не подыскивай, слова не надо. Мне позвонили, сказали, что тебя там даже не видели. Ты, я забирался. Но по дороге заехал в дружковку. Я хотел найти папу, а ты мне запрещала. Леша, он не твой отец. Что, это папа? Леша. Почему ты молчишь? Твоя мама говорит правду. Я вижу ее первый раз в жизни. Да вы меня что? Ты разыгрываете? Я не знал, как тебе сказать. Но когда я не узнал ее по фотографии, я понял, что мы не знакомы. Вы здесь красивая. Возьмите. Это ваше. Я прошу меня извинить. Я хотел вспомнить вас. Надеялся вспомнить. Уговаривал себя, что просто забыл вас. Но, увы, когда вы вошли, я понял, что мы не знакомы. Как ты? Ничего, Лёр. Вы могли! Я уже поверил, что нашел отца. Леша, ты не... Сынок! Ну ладно, это не важно. Не важно. Поехали домой. То есть, Леша, я это сделал не со зла. Ты же знаешь, у меня никого нет. Кроме Прохора Петровича. Я всегда мечтал иметь семью. Сына, дочку. И вдруг появился ты. Я был так рад. У нас с тобой сложились такие хорошие отношения. Мы с тобой дружно жили. Здорово ладили. Мы домой поедем. Поехали, Леш. Еще минуточку. Леш, спасибо, что какое-то время ты был моим сыном. Это останется со мной навсегда. Леша, поехали. Домой, Леша. Мама! Домой, Леша, домой! Мам, откуда у нас эта фотография? Тут папа. Не Клавдий Михайлович. А сзади надпись «Дружковка, Ружанский район». Здравствуйте. Здравствуйте. Я помню, что ты не хочешь меня видеть, так что я не буду тебя утомлять и нагружать своим присутствием. Возьми, пожалуйста. Что это? Мой прощальный подарок. Что это такое? Малыш мой и твой. Я хочу, чтобы ты знал, что он все равно родится. Нифига себе. Похоже, в этой комнате только одна. Я не беременна. И я. Мать, пойдешь, ну прям индийское кино какое-то. Ну, внучок, ну молоток, умыл Борисыча. Подожди. Мне надо идти, я спешу. А я нет. Ты, по-моему, уже все сказал. Не все. Ой-ой-ой. Викусь, ты давай не балуй, не порт брату момент. Да что ж не балуйся. У меня, по-моему, воды отходят. Отдай, Леша, отдай. Леша, Леша, отдай. Леша, отдай. Точно, это я. Ты ее маме дарил? Все было в пионерском лагере. Я там работал вожатым на практике. Вот тут и кусочек корпуса видно, и эта дорожка в столовую. А фотографию эту я подарил Аллочке, точно. Она в столовой тоже на практике была от пищевика.
как сейчас помню, молоденькая такая. 17 лет, не больше. С косичками ходила. Ну, дело молодое, море, солнце, звезды, бессонные ночи и все такое. Потом мы разъехались. На прощание я ей эту фотку и подарил. Я только одну Аллу знаю. Это тетя Алла. Мамина сестра. Thank you.